«Охотники на снегу» или «Возвращение охотников», как и многие другие картины Брейгеля, хранится в Вене, в художественно-историческом музее. Картина написана маслом на деревянной доске. Она невелика, но когда смотришь на нее, она кажется огромной, такое бесконечное пространство открывается взору. По заснеженному холму шагают охотники со сворой собак. Видно, возвращаются домой. Снег недавно выпал, ноги охотников проваливаются и оставляют в снегу глубокие следы. Зеленые и красно-коричневые наряды охотников четко отделяются от снежного фона. По склону холма сбегают вниз крестьянские кирпичные домики с заснеженными крышами. Под холмом извивается узкая речка и простираются почти квадратные пруды, наверное, искусственные. Река и пруды замерзли, они скованы зеленоватым льдом. Небо тоже кажется серовато-зеленым. На льду играют дети. Девочки в красных платьях и белых чепцах. И мальчики в темных костюмах с круглыми валенными шапочками на голове. Они катаются на коньках и санках. А если мы поглядим внимательнее, то увидим, что в руках у многих ребят клюшки. Они гоняют по льду что-то вроде шайб. Играют в старинный хоккей. На тонких ветвях сидят черные вороны. Большая черная птица летит мимо этих деревьев к далеким утесам. Покрытые снегом вершины утесов возвышаются на горизонте, замыкая огромное пространство, запечатленное на картине. Рассматривать эту картину все равно, что читать неторопливый рассказ со множеством подробностей. Вот так выглядела нидерландская деревня. Вот так одевались в ту пору охотники. Вот такое оружие брали они с собой на охоту. И вот таких собак. Так играли зимой дети. И в такую упряжь запрягали тогда лошадей. Совершается чудо. Художник заставил нас увидеть все его глазами, заставил почувствовать, что иным оно и не может быть. Если нужно найти пример прекрасной соразмерности, можно вспомнить эту картину. Если нужен пример бесконечного и все-таки обозримого простора, можно вспомнить эту картину. Он родился, предположительно, в 1525 году, вероятно, в нидерландской провинции Брабант, скорее всего, в деревне. Мы не знаем, когда и откуда приехал Брейгель в один из самых прекрасных нидерландских городов Антверпен. Но нам известно, что в 1551 году он был внесен в список гильдии Святого Луки, так называлась гильдия художников. Это одна из немногих точно известных нам дат жизни Брейгеля. Чтобы стать членом гильдии живописцев, нужно было пройти долгое и трудное ученичество у известного художника. Такое ученичество Брейгель прошел, а значит, научился всему тому, чему учили тогда мастера живописи своих учеников. Он научился выбирать доску для будущих картин. Самыми лучшими считались выпиленные из старых корабельных днищ. Он узнал рецепты грунтов и научился грунтовать доски. Ему доверили секрет приготовления масла для живописи, который называли стойким маслом. Он усвоил сложную науку о выборе красок и их приготовлении для работы. Учителем его был художник Питер Кук, человек, который многим интересовался и даже совершил далекое по тем временам путешествие в Константинополь. Он собрал в своей мастерской трактаты по архитектуре и живописи, восточной ткани и оружие, ковры. Привез он из далекого путешествия гравюры с картин многих знаменитых художников Италии, где он побывал на пути в Турцию. Питер Кук был главой гильдии живописцев. В его мастерскую часто приходили другие художники, говорили об искусстве, спорили о его законах и секретах. Воздух этой мастерской был благотворен для человека, решившего посвятить всю свою жизнь живописи. Многому он научился в мастерской,
а многому его научил город. Антверпен много строил, торжественно, шумно и красочно праздновал праздники. Устраивал процессии ряженых, спектакли на площадях, представления шутов, фокусников, акробатов. Но не только много яркого, красивого, красочного видел молодой Брегги. Его взгляд больно ранили костры и виселицы. Властелином Нидерландов был король V, испанский король и император так называемой Священной Римской империи. В нее входило несколько европейских государств и огромные заморские территории, испанские владения за океаном в Америке. Маленькие Нидерланды испытывали сильный гнет со стороны далекой Испании. Достаточно сказать, что они приносили Испании больше дохода, чем все остальные владения Карла V. Но не только это омрачало жизнь Нидерландов. В соседней с Нидерландами Германии бушевало пламя крестьянской войны, и все шире распространялось движение реформации, направленное против католической церкви. А испанский король Карл V был ревностным католиком. Он боялся, что ересь заразит Нидерланды. Он грозил не только еретикам, но и всякому, кто заподозрен в ереси или осмелился дать еретику убежище, одежду или пищу, пытками и казнями. И свои угрозы Карл V исполнял. Когда один из нидерландских городов Гент отказался платить непосильные подати, Карл V сам возглавил войско, которое должно было покарать недовольных. Защитники были казнены. Соучастники должны были понести публичное покаяние, появившись перед Карлом V в одеждах позора. Когда спустя несколько десятилетий Нидерланды восстали против нового испанского короля Филиппа II, он послал против них армию карателей во главе с грозным герцогом Альбой. Началась самая мрачная полоса в жизни Нидерландов. Здесь был создан совет по делам о беспорядках. Народ его прозвал Кровавым советом. Кровавый совет приговаривал нидерландцев к казни целыми списками. Доносчики получали часть имущества того, на кого они доносили. Бывали дни, когда казнили сразу по нескольку тысяч человек. Пожалуй, было бы неудивительно, если бы Брегель, ошеломленный и подавленный всем этим, утратил бы желание работать, либо стал выражать в картинах одну только мрачную безысходность. Он действительно написал немало картин, на которых людей безвинно мучают, убивают и казнят, и выразил в них свое сочувствие гонениям. Но все это произошло позже. Сейчас Брегель решил отправиться в Италию. Путь ему предстоял нелегкий и долгий. В долгом пути у Брегеля появился еще один учитель – сама природа. Ее живые уроки запечатлелись в создании художника с такой силой, что не покидали его всю жизнь. Отразились они и в картине, о которой мы говорили – «Охотники на снегу». Так видеть бескрайнее пространство, так передавать воздух и свет – можно было только проведя долгое время в общении с природой. На родину он возвращался через Альпы. Вид горных утесов и ущелий надолго заворожил его. Изображение гор стало одним из постоянных мотивов Брегеля. Звучит этот мотив и в картине «Возвращение охотников». К циклу «Времена года», к которому относится «Возвращение охотников», относятся также картины «Жатва», «Возвращение стад» и «Пасмурный день». Всего четыре картины. Пятую картину «Синокос» то признают подлинной работой Брегеля, то отказывают ей в этой высокой чести. Все эти картины были созданы за один только 1565 год. У картины «Охотники на снегу», как у остальных вошедших в цикл «Времена года», печальная судьба. Брегель писал эти картины по заказу богатого купца и надеялся, что когда весь цикл будет закончен, тот повесит все картины рядом, в парадном зале своего дома. Там их увидят другие художники, ценители и собиратели картин. Тогда станет ясно, на что способен Брегель. Этой мечте не суждено было сбыться. Купцу срочно понадобились деньги. Он занял их в городской кассе, а в залог отдал всю свою коллекцию картин, и среди них весь цикл «Времен года» Брегеля и другие его работы. Картины перекочевали под надежные замки и крепкие своды ломбарда. До самой смерти Брегелю не удалось ни самому повидать их, ни показать кому-либо. Это один из самых тяжелых ударов, который судьба может нанести художнику, ибо если работы его недоступны глазам зрителя, они мертвы.
Брегелю не суждено было дожить до того времени, когда Нидерланды восстали и изгнали своих поработителей. Он умер в 1569 году еще не старым человеком. Причина его смерти неизвестна. Скорее всего, непосильная работа и постоянная тревога за своих близких и свою родину. В Нидерландах последних лет его жизни было много горя, крови и слез. Но люди не влачили жизнь, ожидая конца, а жили, работали, любили, радовались жизни, готовились к борьбе. Они не смогли бы спустя несколько лет начать эту борьбу и победить в ней, если бы похоронили себя заживо. Перед смертью Брегель велел жене сжечь некоторые свои работы, чтобы они не накликали беды на голову семьи. Горек дым книг и картин, которые сжигают. Но, быть может, еще горше дым, когда художник сам сжигает свое детище. Почти 5 веков прошло с тех пор, как умер Брегель. Но по-прежнему всматриваются в люди в картину «Возвращение охотника». Дорога, по которым, спустившись с холма, будут шагать охотники, увлекает зрителя за собой мимо заснеженных полей к дальним горным утесам. Увидев ее один раз, невозможно от нее оторваться. Расставшись с ней, невозможно ее забыть.